Бобруйск Агромаш доказал всему миру. Белорусской технике можно доверять на все 100. География поставок свыше 40 стран. Компания выпускает широкую линейку конкурентоспособной продукции, которая закрывает весь производственный цикл в сельском хозяйстве. От предпосевной подготовки почвы и внесения удобрений до машин по уборке урожая. Развитие экспорта – стратегическая задача, которой здесь уделяют самое пристальное внимание. Одно из перспективных направлений сотрудничества – рынок Средней Азии. У региона свои уникальные отличительные особенности – климатические, по выращиванию культур и способам обработки. Наше предприятие, понимая конъюнктуру данного региона, а также имея значительный конструкторский состав и обладая техническими возможностями, предлагает конечному потребителю сельскохозяйственную технику, уже доработанную согласно требованиям данного рынка, что, естественно, помогает увеличивать объемы поставок. Бобруйск Агромаш уже имеет подтвержденные заказы с Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией на 2023. Наибольшей популярностью там пользуются тракторные прицепы, почвообрабатывающая и кормозаготовительная сельхозтехника. Местные аграрии давно оценили надежность белорусских агромашин. Но основными стратегическими партнерами холдинга по-прежнему остаются Россия и Казахстан. На Республику Казахстан на сегодняшний день составляет поставки около 6 миллионов долларов. Российская Федерация закупает техники ежемесячно минимум на 110 миллионов России. На Российской Федерации и Казахстане представлена вся линейка нашей техники, но в связи с сезонными работами сейчас востребованы прицепы, полуприцепы, машины для внесения минеральных удобрений, но в дальнейшем это, конечно же, кормораздатка. Бобруйск Агромаш никогда не стоял на месте и двигался в ногу со временем. Сегодня держит руку на пульсе и следит за малейшими изменениями рынка. Ежегодно здесь производят новые виды техники и модернизируют машины, которые уже давно запущены в серию. Только в этом году холдинг обновил ассортимент продукции почти на треть, а за последнее десятилетие более чем на 40%. В этом году широкую модернизацию претерпели пресс-подборщики. Мы освоили новую линейку пресс-подборщиков ПРС-145 США. Это пресс-подборщик с широким новым механизмом подборки, также с возможностью упаковки в сетку. Несмотря на санкции, многие страны Евросоюза по-прежнему охотно закупают сельхозтехнику марки «Бобруйск Агромаш». По портфелю заказов можно изучать географию. Более того, в этом году новыми торговыми партнерами холдинга стали Норвегия и Германия. Вся продукция сертифицирована согласно требованиям норм безопасности ЕС. Плюс компания предлагает покупателям хорошее соотношение цена-качество и технические характеристики, которые не уступают агромашинам мировых брендов. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.